Всем здорово, чуваки, это жесть. Смотрите, кто за меня сейчас сражаться будет. Это же тот самый Liberty Prime. Давайте я радио выключу, чтобы не мешало. В общем, этого красавца я сам помогал собирать. Дело в том, что он кидается ядерными бомбами, которые в 3-4 раза сильнее, чем у толстяка. И у него есть лазер, лазерный глаз, что-то вроде того. Он просто рвет все, вот просто вот идет и все рвет. Вот тут был Синт, допустим, да? Он его просто лазерным глазом убил с одного удара. И он, походу, направляется по воде. И вот с помощью этой штукенции, Liberty Prime, я собираюсь институт победить. Сам-то я, конечно... Кстати, у меня тут это, появилось оружие интересное. Обжигая этот, изогнутый потрошитель. Ну, он... Я ожидал большего, конечно, но смысл в том, что он обезоруживает очень быстро. То есть у него урон быстро наносится, но мало. Молот все еще лучше, потому что с одного крита молот очень больно бьет. Так, давайте вместе с роботом пойдем. На самом деле я очень доволен то, что я стал другом братства, потому... Что такое? Они стреляют в нас, походу. А, потому что, во-первых, я получил броню Данса, паладина Данса. Знаете почему? Я сейчас спойлерну маленько. Ну, вы же понимаете, что в летсплее по Fallout'у по-другому никак. Паладин Данс оказался синтом, и я его убил, и мне дали повышение, теперь я паладин, у меня есть броня Данса силовая. О-о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 -
Просто смотрите, что сейчас будет. Все, минус. Бомба. Жестко, да? Не, ну я на всякий случай я, конечно, оденусь. Так. Вот так. Следопыт Синт. Ну, пока робо... А, это рыцарь братства. Лол. О! Вы берите демократию или... Ой-ой-ой. Или вас ликвидируют. Он, короче, этот робот, он какой-то долбанутый. Он говорит о каких-то китайцах-коммунистах, и ему нужно их уничтожить. Я не знаю, что такое у него там в голове. Мы не продадим демократию. Не знаю, но свою роль он выполняет отлично. Давайте уже до конца дойдем, посмотрим, что там будет. О, кстати, вот... хотел я вчера такой летсплей снять подольше. Дело в том, что... Я знаете, почему прохождение-то не снимаю? Я играю на сложности выживания, и... тут очень много будет косяков всяких. Монтировать я их, честно, не хочу, потому что их... Ну и очень много просто. Просто нереально много. Я хочу получить удовольствие от игры сам. К тому же у меня, вон, видите, какие лаги. Тормоза. И это на минимуме. Насколько я помню, когда я начинал играть, такой фигни не было. Здесь будет очень много молчания, на самом деле. Потому что я очень часто сохраняюсь и загружаюсь. И читаю диалоги, изучаю... раскачку. Ну, по сути, мы начинаем атаковать институт. Вот, вот уже все прям. Еще ребята со мной, вот, вот эти вот красавцы с миниганами. Интересно, мы далеко нам идти-то? Куда он идет-то? Институт у нас... Где у нас институт?
А, я же не могу теперь в него это телепортаться. Ну-ка. Ну, где-то вот тут он был. А, вот, мы идем прям к его развалинам. Ну... Ну, это просто... Вот это круто, реально. Начал выполнять задание Минитменов, и у меня... Ой-ой-ой. И у меня Прайм, вот этот вот, отвалился почему-то. То есть... Так, а Прайм... А, у него даже, смотрите, у него жизни есть. То есть его убить могут вполне. Я думал, он вообще бессмертный. О, ой. Это чё за фигня, слушайте. Это так не пойдет. А кто там? А, это этот. Был нормально. Просто с одного там. Это лебедь, по-моему. Ну, огромный супермутант. Ему вообще пофигу. Чего там, кто? Я хочу просто посмотреть, чем институт будет уничтожать вот этого великана. Его даже не поцарапали. Ой, рад. А универ-то где этот? Чё, встал? Не зря я вкачивал взлом, ребята, потому что без взлома я бы не смог достать магнит от этого чувака. Без магнита он бы не заработал. Чудище? Какое чудище? А, вот это что ли? Ого! Что? Нормально. Отряд китайцев-диверсантов уничтожен. Пусть бьет колокол свободы. Ой, нет, только не в... Да. Ему это как-то... О, ты. Хлабусь. Жизни, я так понял, у него не уменьшается вообще. У него только два оружия. Это ядерные бомбы, вот такие, и лазер. Что-то он попасть не может. О, все, красава. Видать, здания мешают. Ну что, их разда... Он трупы давит, нифига себе. Ад Викториум. Ну это реально ад. Ну и да, из-за того, что вот такие тормоза, я поэтому тоже не особо люблю демонстрации врубать или снимать. Потому что, ну, игра достойная очень-очень. Тут очень много просчетов всяких. Постоянно что-то происходит. Ну и я, видите, что хотел проверить? Я не знаю, может быть, я просто слишком как-то... себе отношусь критически, но вот в таких летсплеях точно было бы много молчания, я уверен. А это что такое? А, это Инграм, Проктор и Гэмбл, я ее так называю. Не подпускайте синтов. Ты как, кто, как, кого подпускать? Он сам кого хочешь. Все, до свидос. О, Мэксон тут. Кого подпускать, что ему будет-то?
Вот вроде. О, давай. Подача. Чё, как, отменил, что ли? А, всех убили. Цель достигнута. Защитить. Но как вам сказать, защитить? Я сейчас не в силовой. Что такое? Что это было? Машину раздавило, но взорвалось? Окей. Сканирование. Я не думаю, что его кто-то убьет. Хотя было бы интересно на это посмотреть. О! Синты. Здрасте. Ой, меня-то прям это, рвут. Может, я просто на это посмотрю со стороны? У меня ребят тут. О, сейчас начнется эта телепортация. Я смотрю, этот гатлинг-лазер отлично работает. Недооцененное оружие. Толщина 5 метров. Ой-ой-ой, сейчас что-то будет. Он сейчас прям... Прайм целый. Сейчас он, короче... Или стрельнет чем-то, или что-то такое сделает. Показалось. Ну давай. Ну? Ой. Лол. Что, прям копает, что ли? И что? Препятствие ликвидировано. Войти в институт. Офигеть! А что защищать-то? От кого? Действительно. Выполнен общий сбор. А, даже так. То есть еще я еще и с минитменами дела сделал. Что, и все, что ли? Так просто? Ну куда эти сохранимся? Отлично, паладин. Теперь иди внутрь. Пора положить этому конец. Ну-ка. Но тут, видимо, обратно дороги мне не будет. Поэтому что? Посмотрим, что там. Я просто хочу посмотреть. Я сейчас на этом закончу, на самом деле. Угу. Ад Викториум. Так, уровень дали. А обратно все. Поговорить со старейшина. Критическая масса. Он прям хочет взорвать это все просто, да? А можно отсюда выйти? Выйти можно отсюда? Нет. Все, ребята. Это вот или так, или не так. Или так, или сяк. Так что на этом и заканчиваю. Я пошел за силовой броней, и вот это дело надо все нам заканчивать уже в силовой броне. Иначе, если окажется, что надо будет с кем-то подраться, я не смогу в человеческом теле просто выжить. Так что все.